Аліса Грабко, художник-ілюстратор, викладачка образотворчого мистецтва і натхненниця дитячої творчості. Один із організаторів кіноклубу, а також розважально-пізнавальних квестів у Миколаєві. Діє за принципом Конфуція. Вибери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Олена Малінчик – педагог-організатор, керівник театрального гуртка в Тернівській школі номер 16. Організовує суботники. Разом з миколаївською художницею створили арт-об'єкт на паркані місцевого підприємства. Так, доброго ранку, зустрічаємо наших дівчат у студії, доброго ранку. Ну, знаєте, ваша новина, як ви переробили ту зупинку у Тернівці, ну просто сколихнула Миколаїв весь, бо це було дивовижно, те, що було до того фото і після, то просто вже неймовірно, як це так відбулося. І ми вже поспілкувались трохи до того, як увійшли в ефір, що це, ну, за доволі такі малі кошти, але вдалося зробити таку красу. Дівчата, коли виникла ідея все ж переробити, от покращити світ, як ви писали в пості у себе, от покращити світ, коли виникла ідея і чому саме цю зупинку вирішили? Розказуй, організатор. Ну, ідея родилась ще літом, когда на конечной, я просто живу в Терновке, у нас очень много предприятий, там серые заборы. И с другой художницей нашей терновской Ириной Васильевной мы решили сделать такой социальный проект, который раздельный сбор отходов. Угу. Пригласили деток, договорились с предприятием, с Владимиром, который занимается сбором вторсырья именно в одном из предприятий. И его забор красиво окультурили. Может быть... Это вот... то, что с детками дитячий садочек, да. Так? Оце, це не дитячий садочек. Не дитячий, але да. З дітками обробливала, так малювала. Бо я бачила фото зараз і режисери наші виведу, щоб наші глядачі теж побачили, що дітки там малювали землю, там все зелене, так ось оформлювали. Так. Ну, це немножко ну, трошки... суботників наших. Тобто ви взагалі активно так організовуєте, так, суботників? Да, так, хочеться просто зробити Терновку немножко чище, приємніше, щоб було там жити. І деткам ми розказуємо в школі, воспитуємо, і зараз активно идет именно пропаганда раздельного сбора отходов, и благодаря Анне Ганжул это в городе у нас, и в частности в школах, развивается. И как вот рассказать, показать? Нужно создать атмосферу, в которой бы дети росли. И вот такими какими-то субботниками, созданием арт-объектов мы и стараемся создать такую атмосферу. Щодо арт-об'єктів, я хочу повернутися до цієї зупинки, тому що вона дійсно є арт-об'єктом. В повному своєму обсязі можна її так назвати. Взагалі, от в такому стилі ви її розмалювали, зробили оце віконечко. Розкажіть все ж таки про ідеї, чи довго сперечались, якою вона має бути, і скільки часу ви витратили для того, щоб мати те, що ми маємо на сьогоднішній день. І третє запитання одразу – емоції. Емоції, да, мешканців Тернівки, що вони казали, наскільки вони були вражені. Тому що коментарів Фейсбука ми потім їх покажемо, ну дійсно, вони чудові, ці коментарі, вражень багато було, і емоцій так само. Ну, дальше, да, я предложила как бы Алисе остановку «Центр» преобразить. Мы долго думали, гадали, и вот когда уже начали в процессе... Да, это было... Вообще, изначально был немножко другой план. Я когда делала эскиз, у меня было свое видение, но с нами нету просто третьего человека, который, наверное, ну, такую же, как минимум, долю внес. Это мой папа, мы с ним работали вместе. Как бы я рисую, и на самом деле, как бы, талант у меня пошел, как бы, от него я его переняла. И вот эта идея, она все-таки, это была его идея. То есть он предложил сделать, как бы, действительно... ну, как бы какой-то уют, и сделать остановку, как будто бы, да, это домик. И сделать как-то это, ну, нестандартно, креативно, чтобы люди замыслились. Мы начали писать там цитаты, это тоже его идея была. Как бы просто эскиз, какие-то основные наброски, стиль рисунка, вот его исполняла я, но делали мы все вместе. На самом деле, как бы, мы относимся как-то к окружающему нас миру, как бы живет много людей, и я, честно говоря, по такому же принципу живу и стараюсь уже не житься. Моя хата с краю, ничего не знаю. Да, частенько так да, бывает. Да, как бы это даже считается нормальным высказыванием в нашем обществе, но на самом деле, как бы, ну, это наш мир, мы там живем, и мы все находимся на этой остановке каждый день, и, к сожалению, как бы в Терновке мы находимся там довольно долго каждый день. И почему, как бы, мы должны жить вот в такой вот, как бы, не...
культурной, некрасивой среде, и многие люди говорят, ну, как бы у них положительные, как бы, да, это к третьему вопросу, эмоции на это все, но они говорят, вот, как бы с нашим менталитетом это все сразу заклеют, заплюют, зарисуют, ну, как бы, наверное, это просто наше, как бы, какое-то пока социальное воспитание. То есть, ну, нас действительно просто пока не воспитали, как би, делать как-то по-другому. Слухайте, ну ви ж не замислювалися, роблячи цю зупинку про те, що хтось її там замалює і хтось ганебно до неї поставиться. Я думаю, що вони абсолютно з іншими думками, да, розмірковували. Замислювалися про те, що ми пытались нарисувати быстрее, щоб как би, не успели заклеїти. Поскольку ми обдерли всі об'явлення і буквально вже в обід начали клеїти нове. Це при вас було, чи у вас не було поки? Ми там отошли на пару минут. Да, то есть, но, честно говоря, меня это вообще не пугало. То есть я понимаю, что, ну, как бы, да, когда ребенок, он учится ходить, он всегда падает, и мама не кричит на него, не дает ему, да, там, подзатыльник, говорит, ах, ты такой, она знает, что это учеба. Так же самое, как бы какое-то культурное воспитание социальное, это учеба. То есть люди видят, что может быть по-другому, может быть красивее. Заклеят, ничего страшного, содрем, нарисуем новое, поинтереснее, привлечем еще других людей. И как бы не надо бояться, как бы тут ничего героического нет, как бы это, ну, это обычные вещи. І я сподіваюся, що все ж не наважиться ніхто наклеїти на ту красу, яке ось оголошення, тому що дійсно воно гарно вийшло. І знаєте, так, іначе з дому не виходить. Сидиш, чекаєш собі на зупинці маршрутку, але наче не виходить. Сидиш так у гарних картинах, там у такій гарній кімнаті, і буде шкода, якщо її дійсно. Дівчата, ви ж розумієте, що ви не маєте на цьому зупиняти, це суботники, ви проходите, на дитячих майданчиках прибираєте, футбольні поля до ладу приводите, це не перша, не остання має бути ваша зупинка, я думаю, що у вас певні такі ідеї вже з цього приводу є, тому що краси ми хочемо бачити з ваших рук у всьому місту Миколаєва, поділіться, будь ласка, з нами. Ідею. Да, може зараз народиться вас, яка ви скажете, ось зупинка по такій-то вулиці, скоро буде зовсім інакше. Ну, добігаю немножко наперед, є також мальчик у нас в Терновці, Влад Білюк, який займається розписью аерографом. І от следующая станок, нижня, ну, как бы сейчас на неё планы. Мы думаем, ждём хорошей погоды, и дай бог, как бы всё получится, и это остановка, через которую очень много детей проходит, очень много родителей. И надеемся, что и там тоже будет красиво, приятно, и она заполнится теплой, хорошей энергией. Присоединяются еще люди дополнительно. Ну, да. Я думаю, от після такої вашої ідеї, вашого такого проєкту, можна сказати, творчого, то я думаю, і долучаться всі ваші односельці, і далі Миколаїв буде долучатися, так вже буде. Ну, це ж не новость якась. Ми звичайні прості люди. От Матвіївки, наприклад, там але для Миколаєва це новина, я вас переб'ю. Ну, це рідкість, це не часто, і тому це новина, да? Ми не будемо порівнювати з Києвом, як там розмальовують мурали. Я думаю, що ви знаєте, да, відслідковуєте. А для нас це поки що не так популярно. Тому для нас це дійсно... Це немножко обідно. Хочеться, щоб це було, ну, дійсно звичайним ділом. Как бы, тут нет нічого сверхъестественного. От є в Біблії дуже хороший стих, наверное, как бы, которым я пытаюсь руководствоваться. Это что может делать твоя рука по силе дела? То есть на самом деле нам кажется, что нам надо сделать что-то сверхъестественное, чтобы мир изменился. На самом деле вот ты можешь что-то маленькое по силе. Там выйти, траву порвать. Пожалуйста, там 15 минут, как бы это не сложно. Как бы какие-то другие принципы начинать применять в жизни, да, как бы не сторониться всего этого, а действительно вот просто проявлять доброту, любовь. Мы познакомились с таким количеством людей, пока мы там это выбирали. Но действительно, мы приходим каждое утро и едут одни и те же люди. Они с нами здороваются, общаются, ну, действительно стали родными. И как бы сначала ты это делал вроде для когось взагалі, там, для каких-то жителей, а потом в процессе ты понимаешь, для каких людей ты это делаешь. И, ну, как бы от этого становится действительно теплее, понимаешь, ради кого, для чего, и что все мы на самом деле достойны жить в такой красоте, и, ну, чтобы наслаждаться этим миром, почему нет? Це круто. Я знаю, що у вас після того, як зробили цю зупинку, у вас ще були суботники, так, прибирали, там, на следующий день мы тоже присоединились к Всемирному дню уборки, который в нашем городе Анна Ганжул организовывала. И, кстати говоря, про ажиотаж. Я ж читаю комментарии. 300 лайков поставили люди. Ну все, на субботник придут, ну, человек 50 точно. И вот в 8 утра я подъезжаю на велосипеде к этой остановочке, а там моя Анечка Приходько со второго класса. Одна. Потом присоединилась еще трое деток. Даша, Света,
трое, не помню, третьего, простите, пожалуйста, и директор библиотеки Татьяна Ивановна и Анастасия Яценко. Их за, ну, возможно, попадут фотографии также в эфир, что за этим прекрасным домиком было очень много мусора, бутылок, который неоднократно, там несколько слоев собирался годами, и они вдвоем, эти мужественные женщины, вычистили остановку. Также проходил, ну, одновременно на школьном стадионе колокольчик, Людмила Анатольевна, моя коллега, организовала деток, родителей, на Нижний Шлычек Валентина Николаевна, также со своими родителями, их было немного, к нам присоединились еще студенты с университета Пилипа Орлика. На конечной родители, детки. И приятно было, что детки спрашивали, когда следующий суботник. Ну, у них хотілося така розвага, так, і от і допомогти все ж своєму місцю там десь поприбирати, зробити гарно. Да, так, звісно, хочеться, щоб і родителі побольше виходили, підтримували. От я добавлю к ще одну фразу: не ждіть чудес, чудіть самі. Давайте создавати. Це просто не нужно там ждать, що от должны улицу заасфальтировать. Давайте сделаем ее просто чистенькой. И тогда вот тоже есть теория разбитых окон. Да? Там, где чисто, там, где красиво, но уже захочется еще что-нибудь добавить. И так, дай бог им. Нам подарят мусорник на постановку центр. Ну, це позитивна красивий. Нота, оптимістична. З оптимізмом дивимося на майбутнє. Сподіваюся, що ще не одну красу побачимо, не одну вулицю приберемо і не одну людину долучимо до цих суботників. Ми дякуємо вам. Нагадаю, що в нашій студії була Олена Малінчик, організатор всіх цих чудових, гарних таких міст Миколаєві та Аліса Грабко. Дякуємо вам, дівчата. Ви молодці. Бачу, що у вас очі горять, що у вас багато є натхнення і багато ідей ще попереду. Ну, а ми свою чергу будемо долучатися до їх реалізації. Дякуємо вам.